районе дома 922 начинается. Когда поворачиваемся там с улицы направо? Ой, не по Петровке. Об этой ситуации мы обсуждали на рабочей комиссии совместно с департаментом, да и с ГИБДД. И вот эти полностью держали наши, двойная сплошная, там не нужна, поступает огромное количество жалоб. Водители не могут проехать ни на Днепропетровскую направо, ни прямо по Чертановскую сторону области, потому что транспортный коллапс из-за рядом находящихся автобусных остановок. И перед светофором, и после светофора. Ну, в итоге встанет вся Чертановская. Какова судьба этой двойной сплошной? Ее все-таки перенесут обратно, или будут проездной карман делать для автобуса, чтобы машины могли проезжать по Днепропетровской улице дальше? Про заездной карман. Заездной карман департамента транспорта обсуждалась эта тема на выездном совещании. Ну, к сожалению, сейчас департамент транспорта никого нету. Не могу сказать про заездной карман. Вот с моей компетенции что-то можете возразить? Проект, по которому они носились, дорожная разметка, проект был согласован. Поэтому... С кем согласован? С департамент транспорта, с ЦУДД, АМПП, Мототранспорт. Вы же с вами тоже не вас. Да. Вот так судьба, вы можете какое-то прояснение дать? Что будет, что вы ее видите или нет? Потому что в настоящее время автобус встанет на остановке, но не проедут машины. Машины направо не будут, они будут стоять на Чертановской улице. Из-за этого Чертановская встает. Если там была сплошная, она... Сплошная, где сплошная? Война сплошная, 922. Не 922. Давайте. Я запишу, я готов.